Я во время своего исследования писал статью на систему образования Республики Узбекистан после распада Советского Союза. И мне, в моем исследовании хотелось выяснить, с какими проблемами, с какими трудностями система образования столкнулась, как они решали эти проблемы, и более того, узнать роль русского языка среди населения, узнать роль русского языка не со стороны государства, а среди самого населения страны. Перед тем, как я начну, мне бы хотелось дать краткую информацию по поводу Узбекистана. Узбекистан расположен в центре Средней Азии и окружен 5 государствами. На юге страны государство граничит с Афганистаном, на юго-востоке с Таджикистаном, на северо-востоке с Кыргызстаном, на севере с Казахстаном и на юго-западе с Туркменистаном. И по величине государство Республики Узбекистан занимает 3 место по величине, по своей территориальной величине среди стран Центральной Азии. Было бы заметно сказать, что после распада Советского Союза Узбекистан стал по-настоящему домом более чем 100 представителей различных национальностей. И такая демографическая ситуация сложилась с тем, что во времена сталинских репрессий большое количество населения теперешней России было сослано в страны в современной Центральной Азии. И более того, во время мирной жизни большое количество специалистов, особенно среди молодежи, были эмигрированы в страны Центральной Азии для того, чтобы осваивать новые территории и заниматься строительством больших проектов на территории Средней Азии. На сегодняшний день, согласно статистике, Государственной комиссии по статистическим вычислениям, на начало этого года население Узбекистана превысило 31,5 миллионов человек. И из них большинство, 80% населения, составляют узбеки, около 10% составляют русские, 4,5% таджики, 2,5% населения составляют казахи, 2% каракалпаки, 1% киргизы и 1% остальные меньшинства. После обретения независимости Узбекистана, Узбекистан принял решение двигаться по демократическому развитию государства. И оставшаяся унаследованная советская система образования не соответствовала новым стандартам развития государства. И поэтому правительство во главе с Станком Абдуганиевичем Каримовым приняло решение, что необходимо инвестировать огромное количество ресурсов в развитие человека, населения страны, для дальнейшего развития страны в целом. Для этого была предпринята реформа в системе образования, которая делилась на 3 этапа. Первый этап заключался в подготовке основной базы для дальнейшего реформирования государства. Были предприняты меры для улучшения кадрового персонала среди институтов страны. Было предпринято развитие новых научно-методических материалов для обучения студентов. Была подготовлена финансовая и материальная база для дальнейшего развития системы образования. Во время второго этапа с 2001 по 2005 год государство начало вводить все, что было сделано и подготовлено в первом этапе системы образования. И главным, на мой взгляд, моментом, что было предпринято, это было предпринято 12-летняя обязательная бесплатная система образования, после которого студенты уже могли быть востребованы рынком труда страны. И третий этап
начавшийся с 2005 и продолжающийся до сегодняшнего момента, он заключается в мониторинге и анализе ситуации в системе образования и корректировке их в соответствии с социально-экономическим развитием страны. На сегодняшний день система образования выглядит следующим образом. Она делится на три основных этапа. Это дошкольное образование, включающееся в детские сады и ясли. И дошкольная система образования подготавливает молодое поколение страны для дальнейшего изучения, более глубокого изучения материалов в школах и в лицеях. Вторая ступень системы образования – это средняя система образования, которая делится тоже на три подэтапа. Это начальная школа с 1 по 4 класс, средние школы с 5 по 9 класс и, вот, как я сказал, уже 12-летние – это обязательное продолжение учебы после 9 класса в лицеях, либо в колледжах, профессиональных колледжах страны. И после окончания 12-летнего получения 12-летнего обязательного образования студент имеет право продолжить свое образование в высших учебных заведениях, где он может получить степень бакалавриата, магистра, и дальше продолжить свое образование в послевузовском местах, это дело аспирантуры, докторантуры и интернатуры. Далее я приведу несколько фактов. На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается более 5000 дошкольных учебных заведений, где молодые родители могут отдать своих детей. Более того, существует около 9698 школ, 143 академических лицея и около 1413 профессиональных колледжей. Также в государстве существует 76 высших учебных заведений, которые подразделяются на 36 университетов, 20 институтов, 2 академии наук, 7 филиалов местных университетов и 11 филиалов зарубежных представительств университетов в государстве. Моя основная цель, как я уже до этого упомянул, была выявить основные проблемы и сложности системы образования Республики Узбекистан во время реформирования ее, выявить основные мероприятия, которые были предприняты для улучшения системы образования в целом, и роль русского языка и его значимость в системе образования. Но тут я больше уделил акцент изучению спроса населения, самих родителей, учеников. Для того, чтобы осуществить свои цели, я провел интервью с 5 представителями Министерства народного образования Республики Узбекистан, где я спрашивал в основном проблемы, касающиеся трудностей, и как они реагировали на эти трудности. Я провел анкетирование 50 родителей именно узбекских национальностей среди 6 школ по городу Ташкента, что я считаю одним из недостатков своего исследования, так как было спрошено маленькое количество человек. Первым вопросом, который я задал представителям Министерства народного образования, было перечислить основные три проблемы в системе реформирования самой системы. И докладчики сказали мне, интервьюированные сказали мне, что первая проблема это была после распада Советского Союза и в самой системе реформирования, это была нехватка и отсутствие финансирования, что повлекло за собой следующую проблему, которая заключалась в спаде интереса самих преподавателей преподавать за мизерную зарплату или за зарплату, не соответствующую прожиточному минимуму. И более того, была нехватка квалифицированных специалистов, педагогов и плачевное состояние учебных заведений. Для того, чтобы исправить все эти недостатки, проведена глубокое реформирование всей системы образования, было введено 12-летнее обязательное образование, были реконструированы и построены более 9000 школ по всему Узбекистану, более того, было построено и реконструировано около 1600 лицеев и колледжей. К тому же, по сравнению с 1991 годом, увеличилось количество самих университетов более чем в 2 раза. И на сегодняшний день по статистике и по ресурсам, которые находятся в доступности, государство тратит около 12%
внутреннего продукта на систему образования, что показывает, что это неплохие результаты по сравнению с другими среднеазиатскими странами. Как результаты всего системы реформирования были улучшены условия образовательных учреждений и был улучшен уровень знаний преподавательского состава. На сегодняшний день в городах, в крупнейших городах, 95% населения, 95% преподавателей имеют высшее образование, в то время как в сельских областях около процентов преподавателей с высшим образованием составляет около 65%. Но более того, представители народного образования сказали, что до сих пор система образования нуждается в мониторинге и более мониторинге и контроле, и более того, они сказали, что необходимо вводить информационную технологию в систему образования уделять большое внимание информационным технологиям в системе образования. Также представители народного образования сказали, что на сегодняшний день рынку труда не хватает действительно квалифицированных технических кадров. Так как на сегодняшний день сложилась такая политика в Узбекистане, что такая мода среди молодежи Узбекистана, что все они идут на более солидные курсы, такие как поступать на более солидные факультеты, такие как юриспруденция, экономика и переводчики. И даже на сегодняшний день выйдешь на улицу в Ташкенте и спросишь, ты кто по образованию юрист, а ты кем работаешь? Продавцом. И это общая тенденция на сегодняшний день. И когда я спрашивал, проводил анкетирование родителей, они сказали, что они согласны, что образование на русском языке намного лучше, чем получение образования на узбекском языке. Более того, они сказали, что получая образование на русском языке, у их детей они становятся более востребованными, у них появляются более перспективные возможности в дальнейшем карьерном росте. И более того, они посоветовали, чтобы государство популяризировало русский язык среди молодежи, так как на сегодняшний день идет противоположная ситуация. И в заключение я привел несколько рекомендаций, которые можно было бы рекомендовать Министерству Республики Узбекистан. Это повысить популяризацию русского языка среди малого населения, более того, внедрить систему поощрения технических кадров, чтобы они соответствовали спросу рынка труда, и внедрить обязательные курсы переподготовки или повышения квалификации специалистов, так как после получения образования они не до конца понимают, что от них требуют работодатели. И для того, чтобы повысить их знания, все работодатели, не только государственные, но и частные фирмы, должны вести курсы какие-нибудь, которые позволят улучшить или переподготовить специалиста для нужной вакансии. Спасибо.